Уважаемый Юрий Петрович Штрутнев, обращается к вам с просьбой о помощи в беде Романов Филипп Дмитриевич, уроженец Приморского края, основной любитель, первооткрыватель переменных звезд, сверхновых звезд, новых звезд, кандидатов планетарной туманности, астрономических транзиентов и возможных двойных звезд, автор собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Сейчас я временно нахожусь на своей малой родине, в поселке Южно-Морской Приморского края. К огромной нашей беде, я, моя мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся уже более 5,5 лет, попав в беду в коммунальной квартире в Москве, куда я поехал для поступления на обучение в университет на астронома. Потому что, к сожалению, в университетах Дальнего Востока не имеется обучения астрономии. Сейчас я временно нахожусь в жилье моего дедушки, ветерана труда, который много лет трудится в рыбодобывающей отрасли. Оба моих прадеда, награжденные ветераны войн Великой Отечественной, Советско-Японской, жили и скончались на территории Приморья. Уважаемый Юрий Петрович, пожалуйста, распорядитесь, чтобы хотя бы чиновники Приморского края выкупили мою комнату в Москве, потому что мне и моей маме были созданы невыносимые условия жизни в этой комнате. И были созданы препятствия в продаже этого моего единственного жилья. А на наши многочисленные заявления чиновникам Москвы нам не поступило никакой помощи. Я страдаю хроническими заболеваниями, в том числе пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов. Моя мама страдает анемией. Я хочу приносить пользу науке и обществу своими астрономическими открытиями и наблюдениями. И я всегда прославлял Дальний Восток своими астрономическими достижениями. Я на отлично окончил Ливадийскую среднюю школу номер 26 в поселке Ливадия Приморского края. Но сейчас, к сожалению, мне не только негде жить, но и негде подготовиться на обучение в университет на астрономию.